Что ж, всем привет, друзья. Как сказали мы в прошлый раз, всем хай. Всем хай, народ. Джонс и Деккер ухитрились оттащить эту гаубицу в ущелье чуть севернее Эмпайра. Так что атака начнется, как только мы к ним присоединимся. Поехали, парень. Мы уже опоздаем уже. Уже опоздаем. А еще вчера можно было напасть. Как ударим? Придется двигаться через город как можно быстрее. Когда возьмем мост в Empire City, двигай в китайскую прачечную и проберись в опиуму-курильню. Там ты сможешь отыскать потайной ход, ведущий в подвал дома Худу. Так качество, конечно, не к черту, но давай. Сдается мне, что Клея они держат именно здесь. Именно здесь, в смысле, это наш единственный шанс, парень. Или Худу, в Empire. В опиуму-курильне. Ну да ладно. Не, вообще на самом деле со стороны, ну, обороняющихся Эмпайра, я считаю то, что весьма эффективно. Ну, логично, что после захвата главаря вас попробуют, так сказать, заражить. Особенно учитывая то, что Клей однажды сказал, что после того побега они превратили Эмпайр в настоящую крепость. Так что как-то у них не сходится все. Худу все утро стягивал людей в город. Сейчас у него, наверное, уже человек 30. Ничего себе. Сейчас у него станет на 30 меньше. Я покачу пушку, а уж вы, парни, прикрывайте меня, пока я не доползу до места. Слушай, смотри, какие следы. Классный пост. Они падают. Они мне напоминают из Wildlands, бабулек, знаешь? Которые падают при любом звуке автомобиля. Ух ты. Ну ты прям красавчик. А чё так? Перезарядочка. Да блин, стряхни их с меня! Кого, мух? Они на самом верху, на крыше! Закончится атака, посмотреть, записывается ли вообще. Записывается, чё нет? Я про звук. А, окей. Чё ж, проект прошло успешно, всё замечательно, великолепно. Конфетки просто, продолжаем. Едешь вообще, нет? Алло. Первые танки, вот как они выглядели. А это как снайпер элит можно убить. Ну что так скучно? Я тут человек 30, они кончились что ли? Ну ты человек 30 уже и перестрелял, наверное. Надо было считать. Ой, еще кто-нибудь. Они прям из роддома, свеженькие, горяченькие. Как самца на вокзале. Thank you.
все. Алло, едем? Ой, так какой-то. Лучше его не замедлять. Да уж. Снайперка. Она неплохая. Но она не имеет смысла на компе. Нет, с одного кладет нормально. Колу из тяжелого оружия лучше стрелять тебе. Мазать нельзя, иначе нам конец. Иди тебе. Тебе стрелять, а что? Боже, что происходит? Беги через прачечную и спасай Клэр. Чего? Нет патронов, короче. Клэй, небось, уже прирезали. Че, пивные курили недалеко. Классный щит. Да, живой. Монтажник Бранч оценил. Монтажник Бранч? Монтажник из Радуги. Пинка под зад напоследок. У тебя бутыль не полная, Артур. А что ты делаешь? На что ты взял этот динамит? Что-то непонятное тут происходит сейчас, я уже потерялся. В метро. Я хожу по катакомбам и убиваю всех, кого вижу. Ну, почти всех. Не слышно же взрыва было, правда? Стоматолог. Боже, кто-то из твоих ребят надумал всех спасти. В следующий рассвет все они у меня будут встречать на виселице. Да, ты в гробу, и тебя будет... Еще раз спрашивай, Клей, по-хорошему. А потом можем опять взяться за щипцы. Они просто зубы ему вытаскивают? А где этот главарь-то, куда он делся? А он убежал. Черт побери, парень! Что здесь происходит? Тебя немножко веселят. Отомстил. Он наверху. Коул, я не могу удержать револьвер. Еще бы тебя зубы вырвали. Держи автомат. Беспокойся. Иди по туннелю. Встретимся в укрытии. Будь осторожен. Можно выбить дверь? И Коул, выпотроши его медленно. Как хочешь. Сюда войдет. Все, парень, конец тебе. Взять его. Тебе со мной не сладить, парень! Убей худу Брауна! Ты убивал? Теперь моя очередь. Боже, сколько их? Ты не с тем худу связался, парень! А, есть какой-то другой? Ну. Такой миссию устроить, это, конечно, классно. Сейчас я тарбатан возьму, он меня резать пойдет. На нож?
Ни много, ни мало, мало, ни много, как говорится. Прикол в том, что я знаю лайфхаки, отпусти меня, выстрелил из жопы. Проси все, что захочешь. Я хочу кое-что уточнить. Начнем с парохода. Почему ты не ломаешь? Начнем. Говори, пока я не вышиб тебе мозги. У магрудеровской шлюхи было что-то, зачем он охотился. Сэдди. Так что, говоришь, у нее было? Я не знаю. Это было известно только проповеднику. Магрудер приказал ему вернуть это. Но чертова стерва спрятала эту вещь в лоцманском сейфе, а потом рванули котлы, и он ушел на дно вместе с кораблем. Там воды футов на 10, тебе до него не добраться. В эту пору года обычно начинает таять снега, так уровень воды на добрую дюжину футов падает, а то и поболе. Спасибо, Худо. А зачем он это сделал? Дуэль. Классно, сначала прострелим бок. Да, по башке, а потом дуэль. Что-то не видно, чтобы горожане бросились вам на... Нет, резать его была плохая идея. Я первый раз умер. Нет, я просто не понял. Что-то не видно, что... Попробуй еще раз зарезать. Ну ладно. У меня оружия не было, сори. Я первый раз побежал на него, я думал, что я его уже режу. Оказалось, нет. Меня зовут Худо Браун! Я не понял, зачем он это крикнул, чтобы мы запомнили или че? Ты им был. Типа, ты не смеешь меня опускать, тварина, я такой смею. Парные первый... Это классная штука. Это... Я просто... Я не успел прочитать, что ж ты стоишь. Очень вкусненько. Как бы ничего такого, парные кольты. Оружие, которое использовалось. Ну его нища, а? Жаль, что ты не можешь остаться, парень. Ты бы мне мог здорово пригодиться, когда вернется Магрудер. Надо забрать содержимое сейфа. Есть шанс одолеть Магрудера с его помощью. Но сначала... С помощью сейфа по башке долбануть, что? На кой хрен? Надо потревожить покой одного медвежатника. А что там за медвежатник у нас? Снопи. Скользкий. Понял, понял. Так, что у меня лежало в этом сейфе, Магрудера на дороже жизни. Так что если я успею первым, то, быть может, мне все же предоставится шанс довести до конца то, что он не успел сделать нет. Согласен. Так, а теперь можно попробовать прочитать про кольты. Кольты? Парные кольты. Нет, не получится. Ну, зато мы их поставили себе. Ух ты, красиво. Че, выполним пока? Мы тоже разыскивается Ли Суньхунь, китаец. Разыскивается бывший главарь железнодорожной банды за торговлю несвежим опиумом. Ну, слава богу. Ли Суньхунь, это хорошо. Так, он здесь, что ли? Здесь золото. Ни хрена его здесь. Да, там дальше еще, по-моему, есть. Здесь будет миссия с загоном мустангов. Вообще, мы ее будем тогда должны забрать. Тогда мы должны будем забрать это золото, как бы. Сейчас я проверю, есть там дальше. Нет. Так, ну хорошо. В дождь проедем дальним путем. Если мы в каньоне заодно заберем золото, которое в прошлой части не забрали. Вот. Нам налево, да? Интересно, что он делает здесь? А где он сам? А, ты уже зажил. Вообще, по-моему, он сдался. Я вообще не понял, кто что, но... Там было куча лысых китайцев, которых я всех убил. Да. Вот и все, как бы.
Так, давай к индейскому торговцу заглянем. Чем я могу помочь тебе, о великий воин? Ничем. Что можем купить? У нас 110 монеток. Давай купим точило. Нахрена? Нож сильнее бьет. А ты когда ножом-то вообще последний раз пользовался? Огненные стрелы. Это можно. Талисман верного полета. Увеличит. Ну это все на лук. Убойная сила лука. Ты им редко пользуешься. Увеличивает убойную силу стрел. Продлевает скоростную стрельбу. О, вот это классно. Кактус. Еще как. Отлично, берем. Ну и все, кактуса купили. Теперь веселиться будем. Все. Спасибо тебе, великий воин. Ой, это я, да? Не я же, блин. Я там золото заприметил. Чё фиолетовая метка значит? Это охота. Не знаю. Охота. А, окей. Так, золото было не здесь. И не здесь. Оно здесь было, но ты его забрал, по-моему. Не, ну, в следующем, вот здесь. Вот он. Ещё хочу себе мустанг, поэтому... Мне такие лошади больше нравятся, чем с седлом. Не, мне без разницы. Выглядит как плохие. Чёртовы каньоны. Поехали в тот же сидел. Так, ну почти приятно. Видишь, дорожку проложили. Угу. О, Дентон появился. А, это же сюжет. Так, здорово. Тюлень. Выбросился цена берег. Что случилось? Повстречался тут с группой выдающихся граждан. А ты чего так быстро вернулся, парень? Дружка еще. Одного проныру по кличке Скользкий Дженнингс. Ты его не видел? Может, еще и застанешь его? Он уезжает. Люк Шорт со своими дружками только что собрались его вздернуть. Вздернуть это в переводе. Надо залезть на крышу этой водонапорной башни. Что? Они заперли Скользкого в здании, и мы не можем к нему попасть. Чего? Захват? Мы спрячемся на вершине водонапорной башни, стоп, спокойно дождемся, когда они потащат его к виселице. Прикольно. Имба. Ну не забор. Это был последний. Да, это тебе не Battlefield, чтобы так простреливать. Ну, это слишком сложно для игр того времени. Согласись. Ну да. Зато анимация, смотри, какая. Человек-паук. Лезет, не трогай ступени. Ладно тебе. Не надо. Что ты? А что он сделал? Он сейф взламывает. Помогите, пожалуйста! Да. Жадник — это тот, кто взламывает сейф. Значит, он как бы априори нехороший человек. Вот. Да, он что, плохой? На, парень, держи! Эта винтовка бьет без промаха. Я, в принципе, готов стрелять. Ремингтон. Снайперская винтовка Remington Creedmoor не только обладает фантастически дальнобойной огневой мощью, но и очень быстро заряжается. Ух ты! Вот так вот, скользкий. Не стреляй, пока под ним не распахнется люк в полу. Ну пока чё, веревка не натянется, пуля ее не срежет, понимаешь? Подожди, подожди, еще рано. Окей, задай, парень. Sorry, не дай этим негодяям обидеть Скользкого. Он очень долго. Ты должен уберечь Скользкого. Чего ты ждешь? Стреляй. Кого оставайся со Скользким. Он уходит. Они зашли Скользкому в тыл. Клевый,
смотри! Вот еще из-за виселицы подвалим! Пали его, пока он не убежит! Пали, ублюдка! Бедный скользкий. Ему зашли в тыл. Еще парни с востока! И господь снял! Укокошить. Солдаты! Вот эта вот периодическая английская озвучка, она забавляет. Господь на моей стороне! Ближе, ближе, негодяй! А что ты, Господь, что ты понимал? Лошади! Лошади с востока! Лошади! Лошади с востока! Спускайся и защити скользкого отца! Ни хрена себе скользкий наделал дел. И поезжайте на север, к реке. Я останусь здесь и доведу дело до конца. Быстрее! Конечно, скользкий наделал дел. К нему столько народу пришло. Ой. Лошадь? Да, лошадь. Лошадка! Так, потрошки. Опа, есть потрошки. Паромщик. Я сначала прочитал прапорщик. Давай, живее! Похрен на скользкого, медленный. Ты не поротнулся. На утёсах! На утёсах? На утёсах, да. Есть город, который не угасим. Они в дальнем углу пристани! Ах, если б вы знали, как дворы. Ну и всё. У чёрного моря, явившийся мне, в цветущих акациях город. В цветущих акациях город. Их там два, нихрена себе. Куда это вы? Есть море, в котором я плыву там. И на берег сужен счастье. Вижу. А есть воздух, который я в детстве вдохнул. Опа, золотишко. А я забыл лошадь взять, что ли? Забыл. Еще как забыл. Так забыл, как никто не забывает. Только я забыл ее на том берегу. Так здесь есть другие. Были, по крайней мере. Ой. Мне это понравилось, конечно. Там побазарить им надо. Ты справился с заданием. Ну, это мы читали. Это мы читали. Опа, а вот про парные кольки не читаю. Это я основал Эмпайр! Классно. Мексиканцы там просто сортир устроили, пока классно. Я не поставил мэром Худу! И он сдох. Где этот парень сейчас? Его буквально на днях видели в Додже. Говорят, он спас там какого-то медвежатника и двинул с ним на север. Ему нужен сейф. Эти наемники наверняка его вернут. Этим предателям нельзя доверять. Ты потерял, ты возвращай. Теперь иди. Проповедник. Будет сделано, сэр. Мне уже быстрее. Я уже все знаю, всю интригу. Да нет, интригует. Там всего лишь часть. Ну, пошли со мной. Ну что ты отлежал? Так вот, это уже было озвучено. Да брось, скользко. Я знаю то, что крест у Апачи, мы его увидели. Ну и все, гениально. Идем к Апачи, по пути забегаем за крестом. Что-то не слышно ни хрена во рту. Это земля, что-то там. Нашим дорогим линчеванием. Так хочется вырваться. Заткнись. Заткнись. Скользкий, следи за тропой. Если кого увидишь, сразу кричи.
Сколько времени снимаем? Что знаете, не старт таймер. Давайте миссию дополним. Нельзя подобраться к месту крушения без того, чтобы нас не заметили из форта. В чем проблема? Никто не должен знать, что мы здесь. Мы опоздали. Белые люди здесь только двух сортов. Солдаты и бандиты. Поскольку я ничего синего на тебе не вижу, значит, ты либо бежишь от неприятности, либо собираешься устроить их нам. А теперь стволы сюда. А кто это у нас? Это парень, который убил Неда. Классно. Удивительно, где же видел это? Отличное ружье. Где ты его нашел? Вырвал из холодных пальцев одного белого дурака. Сам-то ты синий, небось. Ух ты, люблю же это приношение. Сержант Холлистер, тот самый. Что за правило бойни на пароходе? Тварь. Присоединяйся. Хочешь, возьми себе скво. Сержант. Скво это у нас что? Пусть войдет. Нет, из чего он? Если кто из вас тут дёру дать надумает, прирежу обоих. А из кишков ваших тетивы навью. Ну, сколько у него там градусов, не в курсах? Сейчас посмотрю. Мы идем к пароходу. Если кто-нибудь появится, просто расстреляйте его из пушек. Пошли, Магрудо. Семеро кавказский военный округ. Видать, тоже за этим сейфом охотится. Пора выбираться из этого ада. Отсюда, парень, нам самим не выбраться. Тут без чужой помощи никак. Нам надо сейчас освободить индейцев. Индейцев, давай. Так. Давайте на этом закончим. Если мы попадемся, эти скоты с нас... Есть сквош. Надо действовать осторожно. Сквош — это напиток. Чаще стоящий из цитрусов и газированной воды с ярко выраженным цитрусовым ароматом. Так. Сдержим интригу. Скажем всем пока. Да. И продолжим в следующей серии.